В Старом Осколе назначен новый начальник отдела судебных приставов. Владимир Ильчинин служил ранее в различных органах власти, МВД, наркоконтролю ФМС. Последние два года находился в республике Коми, где также служил в наркоконтроле на должности заместителя начальника. И вот теперь новая должность и новый вызов. Задачи для себя Владимир Ильчинин уже определил. Оказание решения вопросов, связанных с алиментами на детей, содержание детей, это основной вопрос. И также возвращение налоговых платежей в бюджет. Потому что все страдают. Школы, больницы от недополучения бюджета, вы сами это понимаете. Работа судебных приставов сегодня непростая. И это, мягко говоря, по словам Ильчинина, на сегодня нагрузка на пристава в 10 раз больше нормы. Но и результаты пока растут. Мы вот в 2016 году взыскали в два раза больше налогов, чем в 2015. В 2015 что-то 450 миллионов, а в 2016 915, где-то так.